Друзья, добрый день. Сегодня я хочу рассказать про блочный лук. Это модель 2018 года от российского бренда Bowmaster. Модель называется Joker. Доступен в двух вариантах: в черном цвете и в камуфляже. Лук поставляется без комплектации. С такой скоростью 330 FPS, мне кажется, что каждый лучник лучше сам подберет себе обвес, который он хочет. Особенно, что касается полочки. Размах плечей 31 дюйм, база 7. Чем больше размах плечи у лука, чем больше база, тем из лука стрелять комфортнее, легче, и тем больше лук прощает технических ошибок. Этот размах плечей считается средним. База 7 считается, что это очень комфортная база. И для новичков она подойдет, и для опытных. Особенно, кто стреляет в одежде. Усилие плечей регулируется от 18 до 27 кг. Растяжка регулируется в диапазоне от 25 до 31 дюйма путем смещения обоих модулей сверху и снизу. Лук Twin Cam, то есть у нас йоки сверху и снизу. Стопор на модуле, он и интегрирован, это единое целое. В чем фишка еще, кроме скорости, у этого лука? Во-первых, плечи. Плечи заказывали специально у американского завода Gordon Composite. И самое классное, что мне очень-очень в нем нравится, это нитки. Троса и тетива изначально с завода, из коробки. Они сплетены из очень хорошей нити BCY-X. Кто занимается спортом, кто стреляет на улице, знают эту нитку. Это очень-очень классная нитка. Высококачественная, хорошая нить для блочных луков. Минусик есть всегда во всем. Здесь мы тоже его озвучим. Но это такой условный минус достаточно. Отвод. Да, отвод. Он нерегулируемый, он прямой. Поэтому если вы заходите сюда поставить роликовый отвод, там, скажем, PSE-шный или какой-то китайский, это может создать проблемы, потому что ролики, они чуть-чуть смещены ближе к центр-шоту. Если вы поставите ролик в отвод, то может пропасть клиренс. Это нужно учитывать. Давайте стрельнем из этого лука. Для стрельбы я просто поставил сюда первую попавшуюся полку, вискер. Релизик взял свой любимый крючковый. Лук без обвеса, без стабилизатора, без прицела. Поэтому естественно, что он практически остается на месте. Не кивает, да, особо посмотрите. Давайте еще разок. Потянул, оп, и пришел в стопор. Маленькая долина. Bowmaster Joker.